Минский тракторный завод в начале большого пути по созданию полностью автономной системы «Трактор-агрегат». И сегодня мы рады представить макетный образец автономного трактора «Беларусь-3523i». Концепция энергонасыщенного автономного трактора МТЗ базируется на следующих решениях. Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Трансмиссия с редуктором и электромеханическим приводом, обеспечивающим бесступенчатое регулирование скорости в широком диапазоне. Передние и задние навесные устройства высокой грузоподъемности. Передние и задние валы отбора мощности. Несущая и ходовая системы высокой грузоподъемности. Интеллектуальная система управления трактором и орудиями. «Беларусь-3523i» предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с разработанным заданием оператора. Задание формируется на основании агротехнических требований и отсылается в электронную систему управления автономным трактором по каналу удаленной связи GSM либо при помощи носителей информации. Использование электронной системы управления автономным трактором позволит максимально эффективно использовать трактор как днем, так и в ночное время, снизить стоимость производимой продукции, повысить экономическую составляющую сельхозпредприятия и решить вопрос нехватки трактористов. Один оператор сможет сразу управлять парком автономной техники. В прототипе применена перспективная электромеханическая бесступенчатая трансмиссия на базе преобразования переменно-постоянно-переменного тока. Применение электромеханической трансмиссии исключило прямую кинематическую связь дизельного двигателя с ведущими колесами и позволило при заданной мощности дизеля реализовать частоту вращения и момент дизельного двигателя в режиме максимальной топливной эффективности. Это снижает потребление топлива на 7%, а на транспортных работах до 12%. По сравнению с аналогичными тракторами с механической передачей. Кроме того, применение гибридной энергоустановки позволяет снизить в 10 раз уровень выбросов вредных веществ. В настоящее время трактор успешно проверен в работе с 8-корпусным оборотным плугом, что является одной из наиболее сложных сельскохозяйственных операций. На выставке трактор «Беларусь-3523i» в режиме автономной работы имитирует операцию по уборке трав с модульной ротационной косилкой КМР-9 производства Лида Агропроммаш. Технологии будущего уже сегодня создаются на Минском тракторном заводе.